Комиссия из области, представители различных федеральных и областных служб приехали разбираться в сложившейся ситуации. Это Стародубский район, поселок Суховерхово. По словам жителей поселка, местный фермер не хочет идти на уступки и заняться ремонтом гидротехнического сооружения. Когда совхоз этот банкротили, мне вообще передавали этот совхоз. Ну, я хочу немножко вот в историю залезть, чтобы мясо всем было. Значит, передавали этот совхоз, все, я отказался. И когда банкротили, я покупил гидросооружение. Для каких целей? Значит, для цели того, чтобы использовать плиты, которые там лежат, для фермерского хозяйства. И вот это вот там не полметра, там сантиметров, наверное, 20 было, так подсыпано. И щебенку эту. На собрании фермер заявил, что сливную трубу вообще залили цементом. Стало быть, творят беспредел неизвестные хулиганы. В то же время и ремонтировать ГТС владелец пока не собирается. Диалога не получилось. А вот в Брасовском районе ситуация немного другая. Мы запускали рыбу в это озеро. Вся рыба практически, она, произошел мор. При температуре воды на дне где-то, ну, где-то от 28 до 30 градусов. Вода была зеленая, то есть рыба там, вся рыба, которая там была, она практически, ну, сдохла. А что это связано с возрастом озера? Или с... Это связано с тем, что в озере очень большие накопления ила, и практически те водоросли, голубая водоросль, по-моему, называется, mm-hmm. которая там находится, она поедает этот кислород, и для рыбы ничего не остается. Поэтому мы приняли решение вычистить то озеро. Собственники ГТС спустили воду, чем вызвали возмущение местных жителей, которые отдавали предпочтение отдыху именно на этой воде. Получается, что и бизнес развиваться не может, и озеро без ухода тоже может превратиться в болото. Краеугольный камень подкрепляет отсутствие внятных законов, регламентирующих эти вопросы. Принятый в 2007 году водный кодекс и другие подзаконные нормативные акты, в общем-то, это предположение не оправдали. И на сегодняшний день, помимо тех прав, которыми обладают, значит, собственники гидротехнических сооружений, они должны помнить, что еще и должны выполнять ряд обязанностей по содержанию. Эти административные дела и действия, которые будут рассмотрены как, значит, федеральными службами, они будут предприняты в ближайшее время. И цель нашей поездки заключается в том, чтобы найти способ, значит, примирения противоборствующих сторон, а также пояснить всем участникам процесса, возникшего в результате регулирования водных отношений, правоотношений, с тем, чтобы в последующем подобных нарушений не было и чтобы нам не приходилось привлекать вот эти санкции административного воздействия. Которые достаточно суровые, в принципе. Да, которые достаточно суровые и которые предусматривают действительно правовую и административную ответственность реальными денежными штрафами. Проблема остается проблемой. Прорехи и несовершенства законодательства не позволяют разрешать споры вокруг ГТС. И пока одни требуют оставить озера в покое, а другие хотят использовать водоемы по своему усмотрению, комиссиям остается лишь размышлять, ожидая от Государственной Думы хоть каких-то законодательных инициатив. Игорь Мертюк, Александр Егоров. События. Стародубский и Брасовский районы.